Ну а о том, как прошли выборы в промышленных районах республики, нашему телеканалу рассказала вице-спикер республиканского парламента Ольга Балабкина. Предлагаю посмотреть сейчас фрагмент этого интервью. Вы голосовали у себя на родине, в Валдамском районе. Обычно в промышленных районах явка пониже, чем в сельских. В этот раз было так же? Нет, в эту избирательную кампанию промышленные районы показали свою консолидацию, и я считаю, что явка по промышленным районам была достаточно высокой. Необходимо обратить внимание, что в целом по всем промышленным районам Якутии царило достаточно праздничное настроение, возродились очень многие традиции советского избирательного процесса, и граждане достаточно активно шли на избирательные участки. И, воспользовавшись уже сейчас случаем, я хочу прежде всего поблагодарить тех избирателей, которые пришли на избирательные участки, и в том, значит, той числе 56-миллионных россиян, количество россиян, наши якутяне, в том числе и живущие в промышленных районах, а их было больше всех, проголосовали за президента страны Владимира Владимировича Путина. То есть настроение у вас бодрое? Ну, безусловно, да. А в целом, как вы можете оценить выборы по Якутии? В целом, я бы хотела сказать, что, оценивая выборы по Якутии, необходимо обратить внимание, что якутяне поддержали ту политику, которую проводит Путин относительно регионов. Это политика, которая направлена на их поддержку. Политика направлена на поддержку отдельно взятого населенного пункта и политика направлена на поддержку отдельного гражданина. И, понимаете, на севере ведь люди голосуют, живущие на севере, за того человека, за того главу государства, которому и доверяют. Потому что всегда не хватает немножко вот какого-то определенного как будто тепла. И вот за доверие и проголосовали. Вы можете оценить явку в Якутии по сравнению с регионами Дальнего Востока, в целом по стране? Говоря о явке в Якутии, так же, как и за голосование, значит, за руководителя государства, я хочу обратить внимание на следующее. Вот очень часто чиновники говорят о том, что в процентах это столько-то, да? Но за процентами стоят реальные люди. Поэтому благодарна тем людям, которые пришли и обеспечили, по моему мнению, высокую явку как за президента страны, так и непосредственно на избирательных участках. Считать нужно в людях. А мы, в принципе, сегодня представляем достаточно большую армию, поддержавшую Владимира Владимировича. Какую роль сыграли нововведения в законодательстве, в частности, возможность голосования по месту нахождения, а не по месту прописки, как это было раньше? Это дало возможность достаточно четко и планомерно провести избирательную кампанию с позиции прикрепления к избирательным участкам тех, кто не находился вне места своего жительства. В промышленных районах это достаточно большая группа досрочного голосования. Голосовали вахтовики, голосовали газовики, нефтяники, голосовали те, кто занимается золотодобычей. У нас были участки, где прямо активно шли работники, например, ПАО «Селикдар». Это понятно, было активно, и люди прям желали, подходили для того, чтобы все-таки принять участие в голосовании. Как отработали общественные наблюдатели, на ваш взгляд? Они это же тоже новинка получается. Да, конечно, Евгений. Общественные наблюдатели работали. Вот я проехала по ряду избирательных комиссий. Везде находились общественные наблюдатели с четким осознанием своей миссии. Да, не только как кандидата. И поддерживали они, безусловно, тренд открытости и легитимности выборов. Все участки отработали без нарушений на территории Республики Саха-Якутия. Соответственно, это одна из категорий подтверждения легитимности. Каких изменений следует нам ждать после выборов? Я думаю, что мы выбрали того президента, чей курс был очень четко и последовательно выверен в его, прежде всего, послании. Были обозначены вызовы, с которыми сегодня находится Россия, находится каждый регион, каждый населенный пункт. И, соответственно, значит, эти изменения они будут определяться именно позициями, которые уже четко обозначены. Я уверена в том, что кандидат вместе, уже выбранный, да, кандидат, значит, Владимир Владимирович Путин, как президент страны, будет четко соответствовать своим словам, его действиям.